Ухтинские университеты поставщика еды в местную столовую оштрафовали за массовое отравление учащихся в октябре минувшего года. Допомним, инцидент произошел 28 октября прошлого года в инженерно-кадетском корпусе Индустриального института Ухтинского гостехуниверситета. Первое обращение в скорую зафиксировали ранним утром. Всего самочувствие ухудшилось у 19 учащихся. У них были симптомы пищевого отравления, рвота, диарея, головная боль и повышенная температура. 13 из них уже позже поставили диагноз гастроэнтерит. Впрочем, от госпитализации все отказались. Уже после этого один из вот сейчас опрошенных был учащийся, он сказал, что в 19 часов этого же дня ему препараты медицинские выписали. Он сказал, что стал себя чувствовать более-менее. Сегодня сходил в больницу, до сегодняшнего дня, то есть вообще, говорит, симптомов не осталось, немножко, говорит, болит голова. По данному факту следователи организовали проверку. В итоге, как сообщили в прокуратуре Ухты, установлено, что причинами массового отравления стало нарушение правил личной гигиены и допуска персонала к работе, условий и сроков хранения продуктов. Предпринимателю-поставщику еды назначили штраф в 30 тысяч рублей. УГТУ за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения оштрафовали на 10 тысяч рублей. Полиция Ухты тем временем по данному факту возбудила уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.